соседним домом. У одного выпучили, да, вытащили комнату, офис. А там офис обрезали, поставили крылечко с колоннами. Вот смотрите. Потом мы с вами обойдем и посмотрим. Пойдемте. Домой. Вперед. Ну как вы там? Не заждались? Не заждались? Не устали ждать? Я вас поставил в комнату, living room, самую большую. Давайте маленько я вас разверну вот так вот, чтобы вы видели как можно больше, что здесь происходит. Да, все нормально. А здесь, посмотрите, находится раковина, дишвошер, стойка, которая будет. Здесь газовая плита, видите, трубу под ней. Вытяжка сразу под нее обязательно, да, в любом варианте вытяжку делают. А здесь у нас будет холодильник, подвод холодной воды. Упаковка похожа на вентилятор, вообще проще. Может быть, потом немного оборудовать. Здесь у меня сразу, я смотрю, есть гараж на две машины. Здесь будет у нас просто кладовка, не ландри, я думал, ландри будет. Ландри будет в той комнате, я вам покажу. Вы, наверное, там, вы это и не увидите, вам это не достать, вам экран не повернут. Надо купить камеру на 360 градусов, которая. Вот тогда будет интересно. Давайте еще сюда завернем. Я вас вот сюда поверну. Вот так вот, смотрите. У нас здесь что? Два окна. Могли здесь, наверное, третье поставить, потому что комната большая. Большое тройное окно здесь поставить, чтобы по углам поставить что-нибудь такое, мебель. А здесь сразу сосед, буквально раз, два, три, четыре, там, пять метров. Соседний дом, фундамент. Я вам покажу фундамент тоже. Здесь у нас дверь закрыта, не закрыта, как вы думаете. Едет дверь. Неплохо. Ступеньку из кирпича сделали. Хорошие алюминиевые двери, окна, все такое качественное, добротное. А здесь у нас опять на окнах планировка. И опять она не соответствует. То есть нету совпадения с планом реальным. Планом здесь. Здесь план электрики. А вы, наверное, не видите, но здесь есть fireplace на газу. И за вами мастер bedroom. Давайте я вас сейчас сниму с постамента. Вот здесь вы видите заборник, воздухозаборник для кондиционера. Давайте я вас выключаю. Давайте я вам сейчас по-быстренькому покажу то, что я вам рассказал. Здесь комната, просто как кладовочка. А здесь гараж на две машины. Обогреватель воды будет здесь. Щитовая. Кстати говоря, вспомнил, что у меня один просил показать, как будут балки на гаражах. Может быть, и покажу. Мастер bedroom. Интересная конструкция потолка. Смотрите, как сделано. Не знаю почему, наверное, там что-то несущее. Одна одинарная дверь. Слева я открываю. Это будет большой клозет. Справа тоже большой клозет. А здесь уже ванна большая. Не ванна, а душ. А унитаз. Пустота. И две раковины. Тоже неплохая планировочка. Видите, какой клозет большой. Справа клозет, конечно, поменьше. И смотрите, крючок сразу. Опа! Вход на чердак. Вот так вот. Мы с вами сейчас по-быстрому зайдем в те комнаты, в которых мы не были. Хотя их здесь не так уж и много в этом доме. Мы были с вами в мастер-клозет.
За этой стеной у нас гараж. Здесь у нас одна комната с клозетом. Клозет. Ванная. И это или вторая комната, да, вторая комната, видите, клозет сделан. И опять чертежи валяются. Бррр, выезжаем задом. Все, как бы, в этом доме маленькая планировка изменена. Даже интересно, она изменена как-то. Не одинаково, неординарно. Но нормально. Давайте я сейчас выйду, обойду вокруг дома, чтобы вы имели представление, что это за дом, какие его размеры. Бум-бум-бум. Так, пройдем. И сделаю, конечно, пару фотографий, чтобы вы видели в лучшем качестве. Вот он, фасадик дома, интересный. А здесь будут гаражные ворота. Сразу захватим фундамент с вами. Я обойду вокруг дома и вернусь к фундаменту в одном видео. Огромная стена. Видите, как неровно идут они. Все идет волнами. Как бы ни говорило, что каркас строишь из дерева, вроде все ровно, а на самом деле неровно. Еще неровно поставил, неровно забил, неровно закрепил и все. А все потом это сказывается на фасадах. Тот фасад мы с вами посмотрим. Здесь мы с вами были. Это здесь living room. Я вас туда ставил на трайпод. Аккуратненько у меня сидели или стояли. Кто-то лежит на диване. Здесь у нас выхлопная труба для газового камина. Кондиционер. И фасад. Давайте пройду. Видите, вытяжки поставили. Труба дренажная для кондиционера. Вот эта вот коробка, это pest prevention, от этих насекомых защита. Ох, как тут грязно. Все, грунт глинистый, все такое пока мокренькое, сырое, грязненькое. Так, давайте сходим на фундамент одновременно. И, наверное, с вами зайдем в какой-нибудь другой дом. Для экскурсии, наверное, с меньшей готовностью. Что-то здесь они замутили, да? Столбы, наверное, какое-то крыльцо. Будут столбы, колонны, крыша, вся такая ерундистика. А здесь у нас будет гаражик, видите? Маленько заглубленный, специально делают ниже. Смотрите, чертежи валяются. Ох, они какие обалденные. Разглядяя. Вот за такое, блин, прям под открытым небом, под дождем. Бросили чертежи и уехали. Похожие. Полностью похожие. Смотрим. Крыльцо будущее. И смотрите, блоки сделаны так, что здесь есть ступень. Это заводское. Это заводские блоки. Анкер будет держать стену деревянную, она будет стоять здесь. А вот в это место будет якобы опора бетонного пола. Будет бетонный пол подходить прямо к стене. Это так сделано изначально. Здесь стена будет стоять на кирпиче, обычном, там, 3 инча. И этого достаточно считают. Фундамент, конечно, видите, был залит ленточный. Под него канализацию проложили. Вон туда она выходит. Постоянно вот так трамбуют, копают, делают стены. Потом приезжают сантехники, все раскапывают. И электрики тоже так же раскапывают. Только, ну, они раскапывают меньше, только для... для своих нужд, там только для ввода кабеля. А иной раз кабель только в гараже, и они буквально там немножко прокопали в гараж, вытащили кабель свой, и все.
Вот вам и фундамент. Уже оштукатурили немного. Ну, даже гидроизоляцию не сделали. Там кто видит, засыпано. Ничего не сделано. Якобы будет здесь бетонный фундамент и гидроизоляцию не делать. Что? Нету подвала как такового. Здесь уже дверь сделана. Комнатка. Видите, виброплитой катались. Закладные под унитазы, под ванны, под душевые. Сразу все сделано. Сверху потом будет положена сетка. Не сетка, а пленка на грунт. Где-то армировать будут сеткой или арматурой. И зальют бетон, зашлифуют вертолетами. И видите, они прокладывают еще сетку капроновую между рядами, между блоками. Все, на этом все закончено. Да? Ну, весь этот сэнди-блок стоит на ленточном фундаменте. Я вам показывал только что, где канализация проходит под стену. Там они откопали, прям под фундамент копались. Ох, извините, что трясу вас, но не переживайте. Вот он, ленточный фундамент. Обыкновенный. Небольших размеров ленточный фундамент. Залили и побежали. Ставьте лайки, зовите друзей, подписывайтесь на канал. А я пошел в новый дом. Покажу, как мне там просил один человек, показать и рассказать поконкретней по конструкциям гаража, как они проложены, как они сделаны и все такое остальное. Оставайтесь на связи, ждите новых видео.